Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня у нас 6 марта, начало новой недели. Начало новой недели означает новые расчеты циклические на неделю вперед по квадратам. Любимые углы, естественно, остаются на месте. Ничего не поменялось, если только время не убежало вперед от цены. Это, я думаю, те, кто давно на аналитику ходят, помнят. Новички, которые только начинают смотреть, пришли первый или второй раз, еще узнают, соответственно. На всякий случай напоминаю наши правила, что каждый желающий высказаться пишет в чат свое мнение о рынке, чтобы у нас был такой своего рода диалог, обсуждение рынка, а не монолог с моей стороны. Так что приветствуется высказывание ваших мнений. Можно со скриншотами, можно без скриншотов. Самое главное, чтобы они были обоснованы, чтобы было понятно, на основе чего человек принял подобное решение или утверждение. Технический, фундаментальный анализ и так далее, различные методики, все приветствуются, чтобы был разносторонний взгляд. Также, кто хочет рассказать о своих результатах, пишем результаты в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты разные, и оценить эффективность торговли в долларах практически нереально. Если бы все начинали с абсолютно одинаковых депозитов, то это еще кое-как можно было бы оценить. А так оценивать будем только в пунктах. Не в мини-пунктах, потому что MetaTrader 5 знаков после запятой считает, да? А мы считаем именно в пунктах, в классике. Вот. Построений будет достаточно много. Это в основном к новичкам обращаюсь. Уже старая гвардия привыкли, я думаю, уже все давно. Не нужно ничего запоминать, ничего фиксировать. Я в конце даю уже готовый раздаточный материал, который вы устанавливаете себе в терминал и видите все вот абсолютно так же, как сейчас видите на экране, все разметки абсолютно всех необходимых инструментов и всех таймфреймов. Рассматриваем в основном часовики, иногда смотрим на дни и по просьбам скальперов еще 3-15 минутки. Это евро, фунтик и золото. Так как понедельник расчетов очень много, сегодня, как всегда, не успел посчитать 15 минутки и еще не успел посчитать время на DXY, так что считать будем вместе. И если получится, надо успеть сегодня посчитать любимый угол по времени для золота. Потому что уже вопрос становится более актуальным. Как раз с ростовскими трейдерами активно этот вопрос обсуждали в пятницу. Я думаю, мы сегодня к нему еще вернемся. Вот. Ну, собственно, давайте начинать. Все необходимое я напомнил, так как у нас периодически есть вновь прибывшие, это меня не может не радовать. Но сначала надо заглянуть в список новостей. Несмотря на то, что я предпочитаю технический анализ, я вам всегда напоминаю, что фундамент все равно стоит этажом выше, и пренебрегать им ни в коем случае нельзя, потому что именно новости – первоисточник информации, они двигают рынок, а уже дальнейшие изменения, которые мы изучаем с помощью технического анализа, они являются следствием этих изменений. Так, я с экрана исчезаю, чтобы вам место не загромождать, и мы начинаем разговор. Я еще пока чат не видел, поэтому просьба там, если плюсиков еще нет, плюсики поставить, чтобы я понял, чтобы я с монитором не разговаривал. Так, аналитика, календарь событий. Так, я смотрю только самые важные, поэтому как бы сильно в детали не углубляюсь. Напоминаю, на этой неделе у нас будет non-farm payrolls и все, что связано с рынком труда в Соединенных Штатах. Но это уже будет в конце недели, так что мы еще 10 раз к этому вернуться успеем. Так, сегодня особо ничего интересного. Я бы даже сказал, вообще ничего интересного нет. Вот. А завтра будет решение Народного банка Китая по процентной ставке, решение Резервного банка Австралии по процентной ставке, кто утром не спит. Очень важно будет за этим проследить. Дальше ВВП по Европе будет завтра. Индекс деловой активности по Канаде. И динамика объемов потребительского кредитования по Соединенным Штатам уже под конец суток. Вот. Так что сегодня в основном смотрим на техническую сторону вопроса. Так, я сейчас на всякий случай загляну в чат. Так, вроде бы все хорошо, никаких проблем нет. Ну, будем надеяться, как на прошлой неделе у нас электрики безобразничать не будут, и трансляция пройдет нормально. Так, я на всякий случай нам 10 минут попросил дополнительно.
трансляции, для того, чтобы, если что, успели посчитать все необходимые расчеты. Так, начинаем с DXY. Ну, собственно, начинает отрабатываться именно тот вот самый длинный вариант развития событий, когда он начинает змеей завиваться. Напоминаю, что в принципе у него время есть до 10.05 определиться с направлением, да, но опять же здесь все зависит не от наших расчетов каких-то, да, потому что рынок никогда на них в принципе смотреть не будет, естественно, да. Вот, все это будет зависеть в основном от фундаментальных факторов. Вот, мы лишь можем просто считывать ту информацию, которая уже проявится на рынке. Понятно уже, что вот эта точка не будет третьей в новой расчетной модели, поэтому мы можем пока предположить, что она будет вот здесь. И то только предположить, потому что по сути максимума здесь еще нет. Но так как самой модели нет, это нам никак не мешает. Так что пока я просто передвину вот сюда линию, да, и четвертой точки, которая будет ниже, чем вот эта, у нас еще нет, так что в любом случае работаем пока что по старой, которая не давала нам повод в себе усомниться абсолютно на протяжении длительного времени. Так, вижу, уже пошли первые сообщения. Так, дальше сообщение от Саши. Основную систему еще не доделал, точнее сделал, но графиков нет, зато сделал подборку за последние 7 дней по Фурье с прогнозом на неделю вперед и на сегодняшнюю неделю тоже. Так, ну-ка давайте посмотрим сейчас, как у меня ссылка откроется, если браузер глючить не будет. Так, а вот это, я так понимаю, хвост уходит из-за того, что маловато истории подгружено. Иногда из-за этого может быть хвост такой рисоваться. У меня такое с попугаями было, когда недостаточно подгружено свечек. Можете попробовать подгрузить, вполне возможно, что хвостов не будет дальше. Так. Ну что, достаточно неплохо. Здесь ошибся, здесь точно, здесь тоже неплохо. Этот как раз мы обсуждали в конце той недели. Ну, если не учитывать то, что Фурье в основном используется как качественный, а не количественный, то очень, очень даже неплохо. Только к этому нужно добавить все-таки... Нужно еще к нему добавить индикатор, который будет рисовать, ну или вручную рисовать вертикальные линии таким каким-нибудь ярким цветом, который будет в глаза бросаться, как выход важных новостей по этому инструменту, потому что Фурье больше всего боится выхода новостей, потому что обновляется выборка, изменяется среднеквадратичное отклонение, вот, и после этого точность Фурье может очень сильно упасть. А на спокойном рынке у него точность очень высокая. Это я себе на всякий случай сейчас картинки посохраняю. Потому что Фурье сам интересуюсь давно уже. Так, дальше вижу, еще подошел у нас Андрей. Михаил, приветствую. Так, вижу комментарий. Особенность построения. Ну, хорошо, учтем. Ну, чаще всего раньше вот так подобным сталкивался именно, когда ругается на подгрузку данных. Так, хорошо. Спускаемся на более младшие таймфреймы. Немножко забежали за Нью-Йорк, да, возвращаемся назад, зашли за любимый угол. Остановка на попугаях была очень явно видна. Вот. Теперь у него есть время на то, чтобы еще раз попробовать скорректироваться вниз. Я думаю, здесь все узнают импульс. Сейчас рисуется вымпел небольшой. Может попробовать еще раз ударить вниз, но не факт, что он дойдет до самого любимого угла, до 100.54. Поэтому здесь на этой неделе в основном новости будут отвечать на вопрос, куда же он дальше хочет идти.
Вот. Возможность удара вниз есть достаточно неплохая, но не разворот в целом вот этого всего движения. Так вот, как он здесь подергался и может заново развернуться наверх. То есть локально мы на этом сможем вполне поработать, если увидим подтверждение. А подтверждение мы сможем смотреть на более низких вибрациях, где расстояние между уровнями поменьше, куда мы, собственно, сейчас и отправимся. Так, дальше вижу сообщения уже пошли еще. Михаил пишет, риторика у бабушки в пятницу была нейтральная, как говорится. Какая риторика у бабушки, такая реакция была у рынка, на ее выступление практически никакая. Как обычно, она сделала акцент на инфляции и данных по рынку труда. Кстати, ФРС уже знает, какие вышли данные по рынку труда, в отличие от остальных трейдеров всего мира. И это, я вам скажу, не просто их публикация перенесена на 10 марта, возможно, ФРС готовит для всех столь сюрприз, такой же, как 03.06.2016 года, когда количество рабочих мест вышло 38к, доллар на этих данных просто рухнул. И эта манипуляция данными была определена страховка со стороны ФРС, поскольку 23 июня был Brexit, который после голосования большинства британцев за выход из ЕС быстро вернул доллар на прежний уровень. Так, спасибо. Михаил, кстати говоря, у меня на этой неделе на расчетах по квадратам, мы до этого еще дойдем, получилось, что начальная вибрация, именно ценовая, получилась очень маленькая практически на всех инструментах, по крайней мере на мажорах, на всех, которые вот мы рассматриваем основных. То есть это говорит о том, что выход из диапазона будет достаточно легким. Даже относительно небольшая вибрация будет на это способна, а значит, импульсов будет несколько, которые мы сможем поймать, поэтому нужно будет относиться к сигналам на пробой с большим вниманием, чем это было на прошлой или позапрошлой неделе. Такое бывает не очень часто. Так, дальше. Саша пишет, там код не совсем верен, прогнозных баров должно быть меньше, чем история. История идет от цикл периода, а прогноз фиксировано на 20 баров. Ну, думаю, как раз этот момент можно будет подредактировать. Так, Сергей спрашивает, Алексей, получили письмо со статистикой? Да, писем получил очень много. У меня фактически целая страница с письмами открылась, поэтому всем ответить не успел. Вот, статистику увидел, обязательно все пересмотрю, постараюсь за сегодня-завтра всем ответить, у кого вопросы ко мне какие-то возникли. Когда вопросы возникают, это всегда очень хорошо. Но так как я один и еще параллельно с этим идут семинары, поэтому отвечаю не сразу, но стараюсь ответить абсолютно всем. Если, конечно, вопрос нестандартный, я на него не могу ответить прямо во время семинара. Так, теперь DXY на часах. Значит, ну, цены считать легко, да, я думаю, и без меня посчитаете сами, если что, они здесь уже готовы, а вот время для тренировки лишний раз давайте посчитаем вместе. Так, вот это уже не помню кто, это, кажется, было то ли канадец, то ли кто-то еще. Сейчас давайте все вернем на начальное положение. Вот, и тут получается по времени погрешность чуть больше, потому что здесь не Globex, а on the floor, все-таки котировки. Но ввиду того, что у нас погрешность и так в две свечи, мы можем себе это позволить. Вот. Единственное, пересчитывать градусы в обычные часы придется вручную. Ну, я Excel под это подправил, поэтому будем делать очень быстро. Так, возвращаемся на 27 число. У нас же 27 было. Да, прошлый понедельник был 27. Так, вот, 27. Сколько тут? 2 часа ночи. 7, 2 часа ночи. Дальше. 18. 28 в 3.
28 в 17. Первое в 15. Первое в 20. Второе в 21. Так, это уже сегодня было или нет? Так, третье это не сегодня, значит смотрим, третьего в 23. Ну, фактически конец недели, да? Так, ну похоже отдаленно на квадрат, но для галочки надо все посмотреть. Понятно, что треугольник здесь не подходит особо. То есть у нас получается вот эта ячейка не при делах, и вот эта тоже, да? То есть погрешность в две ячейки. Посмотрим, может ли квадрат сделать лучше. Так, если мы ставим. А квадрат-то, собственно, и не особо лучше как-то. Так, у нас 3 получается. Не, раз. Нет, тоже 2. Так, что пятерка скажет? Нет, возможно, даже треугольник будет самым оптимальным, если сейчас шестерка не заберет. Большинство. Нет, вот, собственно говоря, и ответ. Троечку взяли, этих взяли, 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 взяли. Взяли всех. В результате получается, сейчас только по краешку выровняем. Так, 14 градусов первый угол от шестигранника. Так, теперь переводим в человеческие цифры. Так, сегодня у нас какое там? 6.03. Так, 6.03. Всего углов 6. Первый 14. 14 градусов. И теперь получается вот эти 14 градусов превращаются в 4 часа ночи сегодня. Так, проверяем. Ну, фактически в две свечи, если учитывать погрешность, попали. 7 числа в полночь. Есть. 7 числа в 20 часов. Дальше 8 в 16, 9 в 12 и 10 в 8. Есть. Все, в человеческие цифры перевели. Теперь как в дальнейшем мы сможем этим воспользоваться. Цена сидит внутри диапазона, который по сути еще не был пробит. У нас по сути все начало колебаний это коррекция последнего импульса вниз. Насколько ему хорошо удастся сходить вниз, отвечает уровень 101.23. Если он его пробивает, то уже будут предпосылки к дивергенции, так что особо далеко скорее всего не убежит, но исходя пока из теоретических рассуждений, так как он даже близко еще к нему не подошел, у нас будет две цели, это 100.93 и 100.52. Причем первый будет более вероятнее, потому что он на нем уже останавливался. Такие пробуксовки были хорошие достаточно, да? Так что, если пробьет, внимательно смотрим, как раз пока он сюда едет, доллар будет становиться слабее, значит еврик с фунтиком приподнимутся, соответственно, японка со швейцарцем приопустятся, но это именно в рамках внутридневной торговли, то есть сейчас взял, в обед убежал, вот где-то в подобном плане действия, не растягивать на большие промежутки времени. Теперь пошли на другие инструменты, уже на которых можно непосредственно торговать. Ну, по евро опять такая же тягомотина, как и была раньше, так что
по сути уже и углы даже не интересно переносить, потому что сигналы генерируются, но соотношение прибыль убыток и потенциальные движения на днях вообще не интересно. Я думаю, можно даже вообще временно этот график не рассматривать. Так, а вот на часах все значительно интереснее. То есть здесь в 12 часов 3 числа был сгенерирован сигнал на покупку. Очень четкий, вот он. Потом вас первый раз предупредили, что пора на выход в 16 часов. Так что кто-то убежал вот здесь. 20 пунктов было ваших. Потом получился вариант движения в виде коррекции. Что-то наподобие флага получилось. Можно даже проверить, был он или нет. Нет, подтасовкой заниматься не будем. Если бы тени были пониже, был бы флаг. Так, нет. Флага не было, но тем не менее мы все-таки пользуемся не классическим подходом. Максимум здесь образовался. Вот этот угол уехал вот сюда. Потом с пробития был дан еще один сигнал. Но он был уже более рискованный, чем первый. Тут более храбрые только заходили. Почему более храбрые? Потому что рядом 2.1 находится, и мы уже видели, что вблизи этого угла происходит. Вот. Поэтому, может быть, одну свечку поймали и убежали при касании 2.1. В принципе, не возбраняется. 18 пунктов. Более храбрые вышли по сигналу попугаев, кто досидел. Да, в результате, получается, при открытии рынка могли убежать, то есть либо 24 пункта, либо если закрывались перед концом в пятницу, было бы 38 пунктов. Так что кто сколько забрал, говорите, я думаю, всем будет интересно в этом плане, потому что сигнал был очень четкий и с предельно маленькими рисками. Теперь смотрим, что происходит дальше. Максимум обозначился, поэтому уезжает вот этот угол вот сюда. Минимум как таковой еще у нас не сформировался, так что остается все вот в таком очень широком диапазоне. Ждем что-нибудь типа вот такого вот. Сколько это будет формироваться структура, мы не знаем. В принципе, и угадывать нам не нужно. Просто сидим и ждем. У нас впереди целая неделя. То, что он будет, это 100%. Вот. И потом вот так перенесем. И возвращаемся к той же задаче, которая была до этого. Что пробьет, в ту сторону и пойдем. Вот, только не забывайте, что всегда обращаем внимание на основные углы, а вот один из них у нас прямо под носом сидит. Желательно всегда, чтобы цена оказывалась во время сигнала уже по ту сторону от угла, потому что он всегда может сыграть большую роль и отбить движение цены. Пока оставляем вот так. Так, дальше вижу, еще сообщения появились в чате. Саша пишет: по евро... доллар строго по системе, автоматическая торговля с полуночи по текущую минуту 34 пункта. Ну, с учетом того, что сутки фактически даже еще половину не прошли, очень даже неплохой результат. Так, кто еще еврика поймал, тоже признавайтесь. Так, следующий фунтик. Давайте посмотрим немножко поближе. Сначала он шел в боковичке, потом мы нарисовали новую модель на падение. Вот, был сигнал на продажу фактически сразу после аналитики утренней. Вот он. Побежали вниз. В 11 часов остановились. Вот здесь еще молоточек был добавок, да? Получается, где-то в районе 29 пунктов забрали. Кто забрал? Жду сообщений в чате. Кстати, на всякий случай, для новичков, кто бы хотел написать, но по какой-то причине не может, да, вы либо забыли авторизоваться, если у вас уже есть личный кабинет на сайте, либо вы еще не зарегистрировались. Соответственно, регистрируйтесь, вас это ни к чему не обязывает, зато сможете принимать участие в диалоге, задавать вопросы мне, другим преподавателям и беседовать с другими участниками чата, собственно. Так, максимум новый есть. Поэтому взяли и переставили. Сидим, ждем, кого будет пробивать. С покупками крайне внимательно.
Почему? Потому что, ну, допустим, он сейчас пойдет наверх, у него потенциал входа где-то в районе 28 пунктов, и тут самый важный угол 1-1. Очень осторожно, потому что на нем крайне часто происходят остановки движения. Рано или поздно он его пробьет, само собой, разумеется, как бы с этим даже спорить не буду, но кто забирает по одному импульсу, для вас это будет крайне важно. Следующий швейцарец. Так, у швейцарца был сигнал на продажу, но сигнал запретил осциллятор. Ну и, собственно говоря, правильно сделал. Да? Получается, что был сигнал, и цена тут же убежала в обратную сторону. Перенесли углы, посмотрели, что было дальше. Дальше был новый сигнал на продажу. Его уже никто не запрещал. И фактически на следующей свече предложили выйти. Вот. Но я так понимаю, что в 23 часа вряд ли кто-то заходил в рынок за час до закрытия рынка. Так что я как сигнал отмечу, чтобы новичкам было удобнее изучать историю. Но я думаю, все мы люди адекватные, и за час до закрытия рынка заходил только в автомате кто-нибудь. А так вручную, я думаю, вряд ли. Уже большинство уже отдыхали. На всякий случай давайте углы перенесем. Минимум у нас уже есть. Максимум тоже есть. Ситуация идентичная с тем, что мы смотрели вот здесь. То есть у нас здесь нужен минимум, а здесь нужен максимум, на который мы потом перенесем реверсивный 1-1. Так, дальше вижу, еще сообщения появились. Михаил пишет, по фунту стою в покупку с уровня 22.32. Так, сейчас он сколько там? 22.79. Ну, как раз сейчас, если скорректируется, к 1.1 пойдет, можно будет еще забрать. Так, еще сообщение. Саша пишет, я пока систему тестирую, хоть, конечно, на MQL5 все в виде сигнала можно посмотреть, но потом, может, когда-нибудь дам ссылку, может и нет. Ну, сначала нужно все оттестировать так, чтобы за очень большой промежуток времени все работало. То есть сразу слишком сильно радоваться не нужно, как показывает опыт. Лучше тестировать как минимум лет за 5, за 6. Чтобы система была устойчивая. Если уже за такой промежуток времени ее ничто не выведет из равновесия, то значит она устойчивая. Год, два, даже три года, они мало о чем скажут. Так, японка. Так, у японки потом появился новый минимум. Переносим. Был сигнал на покупку. Вот здесь буквально через пару движений получилась дивергенция. Так что кто становился, я так понимаю, либо в безубытке выкинуло, либо с маленьким плюсом, либо с маленьким минусом. Но особого вклада в депозит ни положительного, ни отрицательного эта сделка не сделала. Потом, получается, был сигнал на продажу, но осциллятор сказал, что не стоит заходить. И, собственно, цена сместилась всего на 13 пунктов с того момента. Минимум уже отрисовался. Так что ждем. Если DXY как раз опустится, то и японка котировка тоже слабинку немножко даст. Спадет, можно будет попробовать ее немножко ущипнуть в шорты. Так что подождем. Так, кто следующий? Следующий австралиец. Ну вот здесь как раз произошло то, за что часто вам напоминаю. Смотрите, ну покупка понятно, да, запрещенная. Вот здесь вот, вот запрет. Перенесли вот сюда. Вот, покупка еще не запрещена, но есть еще понятие здравого смысла, да. То есть у нас рядом 2.1, вот он, вот это вот стандартное ускорение, и цена буквально прошла 12 пунктов, уткнулась в него, и пошли вот эти вот пробуксовки, потому что обычно его пробивает там со второго, с третьего раза.
Поэтому те, кто открывает сделки против тренда, в принципе, внутри дня, внутри недели это не возбраняется, потому что мы рассматриваем понятие направления, направленности движения в более широком понимании, чем классический технический анализ. Но всегда перед вот этими тремя углами будьте более внимательны, что, собственно, происходит и сейчас. То есть, если он закрепится за 2.1, и мы увидим сильную бычью свечку, то в перспективе у него будет, естественно, не за один импульс, потенциал хода на 76 пунктов наверх, и его можно будет вполне пособирать. Но пока он будет сжаться около этой линии, лучше его, соответственно, не трогать. А пока что, на текущий момент, нам нужно переставить углы вот подобным образом. И вплоть до, когда они пересекаются, до 15 часов по MetaTrader, угол 2.1 не принимает участие в принятии решений. После этого, если вдруг будет сигнал на sell, внимательно следим, чтобы он сначала пробил реверсивный, потом пробил 2.1 и только потом начинаем шортить. Если в покупку, тут никаких замечаний ни до 15, ни после 15, никаких ничего не будет. Так, дальше сообщение от Михаила. Алексей, старые уровни Chicago Mercantile Exchange можно удалять, они уже не актуальны. В пятницу была экспирация. Так, давайте пробежимся сейчас. Старые остались какие-нибудь или нет? Вон тут много чего пооставалось. Давайте сейчас все. Так, видать, еще от старых неудаленных остались. Так, есть дальше фунтик. Швейцарец. Тут вроде бы больше ничего. Японка. Так, у японки тоже есть. Вот, ну, в течение недели, я думаю, если новенькие данные будут, вы с нами поделитесь. Так, ну, последовательно пойдем. Так, значит, с японкой разобрались, с австралийцем разобрались, с продажами внимательно после 15 часов. Так, новозеландец. У новозеландца была отличная сделка 2 числа. Кто-то убежал раньше на попугаях, вот здесь вот, да? Теперь давайте поставим наиболее актуальные значения для перенесенных углов. Вот так вот. И посидим, подождем, что он нам может дать. То есть один раз эта модель уже фактически чуть не умерла вот здесь, когда мы перерисовывали заново, да, на более старший таймфрейм. Помните, да? То есть у нас теперь вот это вот первое колебание. Скорее всего, это просто импульс коррекции от 4 часовика. Скорость немножко изменилась, но тем не менее пока что остается актуально. Так, уже подрисовка объяснения дивера нам не нужна. Дивер он поломал. Вот, теперь насчет продаж. Если будет делать сигнал на продажу, такое вполне возможно, то слушаемся его только в том случае, если он пробьет и реверсивный, то есть вот идущий вверх пунктирную линию, и жирную желтую, которая идет вниз. То есть это как раз самый сильный из трех углов, это 1.1, чтобы не получилось, как было вот здесь. Да, вроде бы был сигнал бы на продажу, да, вы бы встали в шорт, и он бы пошел собирать ваши стопы. Вот чтобы такого не было, закрываемся, то есть открываемся только тогда, когда свечка закрепится, причем с хорошим медвежьим телом за этой линией. Так, дальше вижу, уже появились сообщения. Олег пишет: по австралийцу смог забрать 21 пункт, отлично.
Саша пишет, плюс 55 пунктов. Система оставила только один ордер, остальные закрыла. Михаил пишет, по австралийцу закрыл продажу на 110 пунктов. Прекрасно. Так, Андрей пишет, по австралийцу 35 пунктов. Андрей еще пишет, по киви закрылся на 185. Ну, вообще шикарно. Практически все движение. Так, следующий канадец. Канадец вот вьется змеей вокруг 2.1. Цена убежала вперед времени. Время рано или поздно все равно его догонит. Никуда не денется. Здесь был сигнал на покупку. Так как мы находились выше 2.1, этот сигнал на покупку никто не запрещал. Ну, как более-менее подергался, пару раз постукал в 2.1, за него не зашел. Пошел наверх, сделал дивер, ну и как раз перед концом дня, я так понимаю, с какой-нибудь маленькой-маленькой прибылью народ разбежался. Так что, я так понимаю, что речь шла о крайне маленькой прибыли, там может быть 10, 12, может быть 8 пунктов. Ну, в общем, так, спред отбили и маленькую моральную компенсацию. О существенной прибыли речь не идет, но, тем не менее, сигнал отработался. Максимум новый образовался новый минимум. Сидим, ждем, что он будет делать дальше. И, собственно говоря, до 11 часов 7 марта, то есть это даже после завтрашней аналитики, угол 2.1 не будет принимать участие в решении, в какую сторону становиться, потому что он находится внутри перенесенных углов. Собственно, какой пробивает, в ту сторону идем, и расстояние что туда будет достаточно неплохое. Если вдруг доллар начнет слабеть по движению DXY, это вполне не исключено, да, то потенциал у него сбегать вниз на 184 пункта за один рывок, это вряд ли произойдет, но тем не менее можно просто банально трал сделать, сколько пройдет, столько и протащим стоп-лосс за собой. То есть потенциал есть, но вряд ли он его отработает полностью. Потому что рано или поздно время цену все равно догонит и движение вниз произойдет. То есть никуда он не денется от этого. Так, переходим ко второй части. Смотрим на квадраты. Еврик идеально развернулся на времени. Мы это с вами в четверг еще обсуждали. Да? Поднялось наверх. Очень маленькие движения были в начале этих суток. Поэтому диапазон узкий, сигнал наверняка будет уже сегодня на вход. Диапазон 1.05.931-1.06.183. В какую сторону пробивает, в ту сторону и идем. Так, надо еще Чикаго почистить. Вроде убрал. Время ближайшее это сегодня в 19 часов. Так. 15 минутки посчитать не успел, так что будем считать сейчас вместе. Ну, цены посчитать легко, тут большого ума не нужно, да, с этим, со скриптом. Опять же, начальное колебание достаточно маленькое. Нижняя граница 1.05.963, верхняя граница, так как за этот заступила, 1.06.339. Вот она. Так, а теперь по временам. Так, переключаемся на расчет по 15 минуткам. Колесо делаем не только по градусам, но и разбиваем на 24 часа. Нормировка нам это позволяет сделать. Так, пятница была 27 числом, инкремент 15 минут. Так, поехали. Так, 0.45 и 2 часа ночи. Так, 0.45, 2 часа ночи. 4.45, 7.45. 4.45, 7.45. Следующий. 8.45, 10, 8.45, 10, есть,
Так, 15:45, 20. 15:45, 20. Походу квадрат будет. Практически идеально вкладывается в наложение подобной фигуры. Так, и последняя 23:45. Так, 23:45 немножко выбивается из общей колеи. Ну, начинаем, как всегда, чисто для галочки с треугольника, что мы его проверили, понятно, что он не подойдет. Так, ну, как ни верти, все равно, как минимум, половину мы не забираем, увеличиваем частоту, ставим квадрат, даже можно просто на диагональ поставить, на диагональный крест. В результате ошибочка есть только вот в этой 23:45. Возьмем пятерку, если вдруг она заберет все. Я думаю, вряд ли у нее это получится. Да. То есть ответ вот, собственно говоря. 3, 9, 15, 21. Наносим. Три, девять, пятнадцать, двадцать один. Так что фактически здесь оценить мы не могли точность расчета по времени, потому что по сути был один сплошной шум. Посмотрим, что будет после 9 часов. Желательно пока не шортить, потому что может быть разворот по времени пойдет за стопами на вашем. Так. Так, еще сообщение. Так, вижу, для Саш тема интересная, но все индюки часто врут, поэтому создание идеального индикатора, пожалуй, задача неразрешимая, как бы давно кто-нибудь придумал печатный станочек, но все равно интересно, по австралийцу плюс 104 пункта, наконец-то он провалился, 3 дня ждал падения, думаю, от 0.7636 снова продавать, если даст такой вход. Ну вот, чуть-чуть не соглашусь с утверждением. Индикаторы, они в принципе никогда не врут. Индикаторы всегда показывают абсолютно точные данные. И все дело в том, что индикатор, кто у меня на курсах был, те помнят эту фразу, да, индикатор это просто тупо формула, в которую на вход подают одни данные, на выходе дают другие данные. И если мы будем считать 2 плюс 2 на любом калькуляторе, мы в результате всегда будем получать 4. Вот, если мы возьмем 2 доллара плюс 2 доллара, мы получим 4 доллара. Если мы возьмем 2 фунта плюс 2 фунта, мы получим 4 фунта. Да? Если мы возьмем 2 франка плюс 2 франка, мы получим 4 франка и так далее. Поэтому речь идет о том, насколько соответствует точность моделирования поведения цены тем индикаторам, которые вы используете. Поэтому врет обычно модель, а не индикатор. И не то, что даже врет, а она создает погрешность в расчетах, потому что человек интерпретирует движение цены согласно поведению индикатора. Поэтому сам индикатор не ошибается никогда. Индикатор всегда прав в 100% случаев. Вот. Бывают убыточными сигналы, которые он дает. Но ошибок в расчете индикатор не допускает никогда. Не стоит путать вот эти два термина, которые очень часто считают за одно и то же. Так, дальше. Дальше вижу сообщение. У меня 13:18 по Москве, по Фурье идут колебания за сегодня. Так, Михаил пишет, завтра в 16:30 выходит решение Резервного банка Австралии по процентной ставке. Мой прогноз РБА
ставит ставку без изменения. Австралиец на решение поставки всегда реагирует по-разному, иногда растет, иногда падает. В это же время будет сопроводительное заявление РБА, где будет выступать глава Филипп Лоу. В двух словах, пока риторика у главы РБА голубиная. Сообщение от Михаила: у всех индикаторов запаздывающий эффект, они всегда идут за ценой. Ну, ввиду того, что индикаторы практически все используют алгоритм нахождения среднего значения или аналог указанного, естественно, эффект запаздывания у них будет абсолютно у всех. С этим как бы даже спорить не буду. Я бы к этому еще добавил, что за счет того, что происходят какие-то математические преобразования с потоком цен, то же самое усреднение, то в плюс к тому недостатку, который указал Михаил, еще идет частичная потеря данных за счет операций с плавающей запятой и, естественно, за счет усреднения. Поэтому, если вы работаете с механическими системами, с индикаторами, то будьте готовы к частичной потере данных и к запаздыванию, это как само собой разумеющееся. Так, дальше. Вижу, есть уточнение. Вот, Саш, индикаторы использую с иными подходами. Например, вы рисуете канал по линии, у меня методом наименьших квадратов. Ну, это классика жанра из количественных методов, да? Так, с учетом аппроксимации кривой 3-4 порядка со стверткой по методу Гаусса. Ну, я подобными вещами тоже в свое время пользовался, когда отдельно считал расчетки на мэпле, а потом подставлял уже некоторые вещи, рассчитанные в MQL-код. Но это тема для отдельного разговора, в принципе. Так, вроде пока все. Так, может быть, оговорился со временем. Мне Михаил указывает, что в 6.30 завтра будет решение Резервного банка Австралии. Не помню, оговорился или нет, но на всякий случай повторюсь. Так, следующий фунт стерлингов. Тоже очень узкий диапазон на сегодня. 1.22.697, 1.23.009. В какую сторону пробивает, то и пойдем. Получился пятиугольник на эту неделю, значит, время выпадает на каждые сутки одно и то же, на 12 часов по времени метатрейдера. Ждем пробития и присоединяемся к импульсу. Так, фунтик на 15 минутках. Так, давайте тоже лишние уровни поудаляем, они нам не нужны уже. Вот, и делаем стандартный расчет по ценам. Его вы можете самостоятельно провести. Диапазон тоже уже есть. Так, на 15 минутках 22.753, 22.953. А время сейчас будем считать отдельно. Так, Андрей задает вопрос. Время только на 15 минутках ставим. Но на часах расчет вы видели тоже есть. Только что. Просто в свое время народ попросил скальперы еврика, фунтика и золота. На 15 минутках считать. Так, значит, старый расчет убираем. Так, смотрим, что было в прошлый раз. 2.45. Напоминаю, что это будет актуально до завтра, потом это надо будет удалить. 8.30. 9.45 и 12.30. Семнадцать, 45 и 20. И все. Так, тоже похоже на квадрат. Сейчас проверим сначала, будет ли треугольник забирать.
Так, ну погрешность достаточно большая. Так, что скажет квадрат? Ну, квадрат тоже не сахар. Так, пятерка. Так, если сейчас 6 не возьмет все, то поставляем треугольник. А вот 6 забирает фактически все. Погрешность в одну ячейку мы себе допускаем. Здесь посередине фактически, здесь забрали, забрали. Так, значит получается. Так, поехали. 6, 30, 7, 30. Так, сбился. 3.30, 7.30. Ну, маленькие колебания, сложно оценить точность. 11.30, 15.30. Девятнадцать, 30, 23.30. Есть. Ждем, пока пробьет один из уровней, и присоединяемся в дальнейшем к импульсу. Единственное ограничение по времени, старайтесь к тому моменту быть уже в безубытке. Так. Так, Андрей задает вопрос. Мы ищем верхние и нижние точки, но изначально мы в прошлом промежутке времени мы ищем экстремумы. Для того, чтобы мы с вами не спорили, где экстремум важный, где не важный, хотя это и частично ухудшает точность расчетов, зато исключает споры и перебранки, которые могут возникать, я просто тупо накидываю зигзаг, и мы отмечаем только те экстремумы, которые находят зигзаг. Это может быть чуть-чуть ухудшает точность расчета, но зато придает эффект однозначности в расчете. Так значительно проще. Так, следующий швейцарец. Швейцарца я посчитать успел. Здесь четырехугольник. В ближайшее время в 19.20 сегодня. И ждем, пока цена попробует выйти в какую-нибудь сторону. Исходя из того, что вырисовывается вымпел, наверняка попробует долбануть вниз. И потом это все дело закончится дивергенцией. Но так как это наиболее вероятный вариант события, но не абсолютно стопроцентный, потому что такого быть не может в принципе. Поэтому нужно немножко еще подождать. Так, дальше. Японка. Вот японка фактически только что 8 минут назад сделала сигнал на продажу и пойдет сейчас дивергенцию рисовать. Первую она отработала уже. Вот она. Сейчас пойдет рисовать вторую, более большую. Так что у нее до 21.00 по MetaTrader есть возможность взять либо 27 пунктов вниз от текущей цены, либо 74 пункта от текущей цены. Но все-таки более вероятно первое, потому что у нее слишком мало времени на то, чтобы это сделать. Скорее всего, она вот так вот медленно дойдет. У нас здесь получится красивая дивергенция, и которая вернет ее потом обратно, или просто она постоит на месте. Так, кто следующий? Следующий австралиец. Это вот как раз то, о чем предупреждал на предыдущем графике. Кто там на швейцарце это было, да, или на ком? А, ну, кстати, вот уже началось. Вот, то есть рядом со временем стараться не открываться. Так, здесь произошел разворот по времени уже,
на 7,40, который выпадал. Так что цена будет стараться идти наверх. Посмотрим, насколько хорошо это удастся. Присоединяемся, если пробивает 75,970. Если не пробивает, то не трогаем. Пусть поболтается внутри диапазона, желательно именно на выходе его забирать. И не перед расчетным временем. Следующее расчетное время — это уже 7.40 завтрашнего дня. Так, новозеландец. Диапазон немножко шире, чем у предыдущих всех названных инструментов. Единственный с более-менее широким диапазоном. Диапазон, значит, 0.770 и 0.705.58. Желательно решение принимать после 14.40. Почему? Потому что, опять же, та же самая песня. Ну, вот представьте себе, допустим, он пойдет наверх, допустим, и пробьет вот так вот уровень. У него будет время, вот 2 часа для того, чтобы взять 83 пункта. Так зверски разогнаться можно только на каких-то очень важных новостях. Как мы с вами узнали, сегодня таких сверх новостей вроде бы никаких нет. Веселье начнется только там завтра, послезавтра. Поэтому желательно судьбу не испытывать в этом плане. Так, дальше. Канадец. У канадца диапазон тоже пошире, чем у предыдущих инструментов, за исключением новозеландца. Уровни 1.33631, 1.34164. Пока он фактически за них особо не вылазил, поэтому и на уровне понедельника особо мы ничего с вами не сделаем, разве что ждать импульсного присоединения. Пробивает вниз, идем вниз, пробивает наверх, идем наверх. Это, думаю, и без меня это понятно. Так, золото. Золото на днях. Мы уже видим, что получаются свечные конфигурации после пятницы. Это взлетающий дракон, да? Длинная тень говорит о том, что вниз инструмент уже сильно далеко пока что не собирается. Еще там одна-две тени вполне могут быть, опять же, если DXY будет дергаться туда-сюда. Если он не сразу пойдет вниз, а если будет ходить вверх на усиление доллара, естественно, золото будет продавливаться вниз. Но, опять же, на что стоит обратить внимание, остановился он, опять же, у расчетного значения 1231.46. Так, кстати, давайте расчетки тоже поубираем. Это нам не мешало. Вот. Потом новое, я думаю, мы вскоре узнаем. Так что еще тень, я думаю, одну-две он скинет вниз. А пока модель уже сформирована. Мы с вами даже начали ее считать, но не посчитали время еще. Если успеем, то, по крайней мере, начнем сегодня. Завтра продолжим. Исходя из того, что мы с вами уже сделали, обратите внимание, куда уперся последний бар, ну или свеча. Идеально села на 1.1. Еще один аргумент в пользу того, что золото начинает все больше смотреть наверх, чем вниз. И ближайшая расчетная цель будет 1272. Единственное, не было расчетов по времени, поэтому пока сложно сказать, чем ограничено это движение, за сколько времени это может произойти. Так что сейчас остальные инструменты пробежим, потом к этому графику вернемся. На часах тоже, кстати, не посчитал. Был еще сигнал на продажу, если вечером кто-то в золото становится, в 18 часов, который достаточно неплохо отработался. Углы можно опять перенести вот сюда, вот сюда, а время надо будет сейчас посчитать отдельно. Так, часовики.
Опять же, здесь по времени будет погрешность больше, чем на валюте, потому что здесь котировки не Globex, а on the floor. Но, тем не менее, нам этого достаточно, потому что укладывается в нашу погрешность. Так, ищем, когда начинается 27 число. 10. Восемнадцать, 11, 19. 1-16, 20 и 3-20. Так, непонятно пока. Давайте смотреть. Начинаем с низких частот, как всегда. Так, ну как-то совсем паршивенько. Не очень. Так, квадрат. Тоже не очень. Так, пятерка. Так, взяли. Ну вот одна осталась как бы совсем не при делах. Здесь погрешность в одну ячейку, здесь в пол ячейки, здесь совсем большая. То есть двадцатка осталась не при делах. Так, и 6. Здесь получается ошибка в одну. Здесь тоже в одну. Выбираем ту частоту, которая ниже, значит остается пятерка, 40 градусов. Вот. Переводим в человеческие цифры теперь. Так, сейчас собью. Так, всего углов 5, первый угол 40. Выпадает, естественно, на одно и то же время, на 13 часов. Так, наносим. 13 сегодня. Тринадцать, так сколько это? Раз, два, три, четыре, пять. А десятая попадаем, да? Да, все, десятая это пятница. Так, сейчас вот эта коррекция как раз может до 13 часов продлиться. Он будет падать. И если будет разворот по времени, скальперы уже могут присоединяться к росту. Те, кто более осторожные, присоединяются после пробития 1236.56. Если дальше потянет, пробьет время, пойдет к более низкому уровню 1227, то там лучше ручками забирать. Ждать именно, когда образуется новый минимум. Так, дальше вижу, еще появились сообщения. Так, Саша пишет, мне вообще все равно, запаздывает, оно опережает. Главное, чтобы плюс идет. Там новую систему подключу, можно будет уже выбирать или диверсифицировать. Ну, это уже как бы тонкости вашей настройки.
Так, это вопрос вижу не ко мне. Дальше Андрей пишет. По золоту ожидается повышение ставки ФРС, будет давить на котировки, поэтому с течением цен выходить в бай опасно. Нырять вниз с текущих уровней можно легко, в том числе на нонфарме, если он будет положительный. То есть именно поэтому и предполагаю именно дождаться времени расчетного и после расчетного времени уже принимать решение. То есть если он все-таки даст сигнал на покупку, скальпером и интрадейщиком в принципе можно будет на чуть-чуть в покупку занырнуть. Вот. Остальным ждать уже непосредственно сигнала отбития от нижней части или от следующего уровня. Так, это на всякий случай для пояснения. Так, Саша пишет, может стоит зигзаг менее точным сделать, увеличить ширину соседних. Ну, это разве что можно на 15 минутках сделать, чтобы быстрее считать. Потому что я помню, одно время народ еще просил вообще на 5 минутках расчет делать. Вот именно для этих случаев зигзаг нужно делать более грубым. Потому что если все элементы наносить, то вы по-любому будете работать только с высокочастотными фигурами наложения, там с шестигранником, 7, 8 и так далее. Это очень долго считается и очень утомляет. Поэтому лучше стараться работать с низкими частотами на том таймфрейме, который вы выбрали, чтобы стараться никогда за шестигранник не переступать. Те, кто давно на аналитику ходят, я думаю, вы замечали, что у нас крайне редко с вами получается выходить за шестигранник. Ну, может быть, несколько случаев было, когда была семерка, ну, просто от безысходности. А так, в основном, там, 3, 4, 5, ну, иногда 6, и все. Так, дальше Андрей пишет. Золото на H1 давно уже ушло за угол 1.1. Так, давайте посмотрим. Так, золото, исходя из того, что мы до этого смотрели, на H1, оно ушло за 2.1, а не за 1.1. До 1.1 ей там еще падать, по сути. Вот. Но ввиду того, что модель существует уже давно, то повод доверять ей у нас есть. Достаточно большой. Так, 15 минутки. Так, ну времени маловато, наверное, 15 минутки по золоту завтра посчитаем. Я вам уровни накину. Кто захочет, посчитает 15 минутки самостоятельно. Так, получается диапазон очень узенький, и он по сути прямо сейчас генерирует этот сигнал. Не люблю, когда образуется узкий диапазон, больше шума влияет на вход. Так, серебро идеально остановилось на расчетном уровне по цене 17724. Так что посмотрим, как он в ближайшие пару дней будет себя вести. Это вот та коррекция, которую мы давно уже ждали. Сейчас посмотрим, как это на часах выглядит. То есть, кто лимитики по серебру ставил, я так понимаю, все собрали, какие только можно было собрать. Вот, сейчас будем ждать, как будет реагировать цена дальше на движение. Особенно если доллар будет давать слабину, естественно, его потянет дальше наверх. Но он будет определяться с направлением, судя по расчетам, как минимум до 9 марта. Так. Кстати, насчет ближайших праздников, то есть кто 8 марта утром спать не будет, аналитика в 9.15 будет все равно. Так. Вижу комментарий от Андрея. Виноват, думал, углы H1 и D1 повторяются. Нет, дело в том, что на часах и на днях скорость будет в принципе разная, потому что разное количество пунктов приходится на разное количество свечей. На днях скорости, как правило, всегда более большие, чем на часах. Это можете просто ради интереса взять инструмент, вот этот Gunline, и замерить. Поэтому модели всегда будут разные, и часовые будут умирать значительно быстрее, чем дневные. Так.
Так, Саша пишет, индикатор делаю сам, готовую я не использую. Мне не нравятся порой некоторые вещи в готовых индикаторах. Я пишу свои, зато я знаю, что откуда берется и как считается. Ну, в этом плане согласен. Я на семинарах по MQL говорил, что если что-то делать, проще сделать самому. Ну, это больше относится к советникам. А насчет индикаторов, особенно те, кто на клубные дни ходил на Ростовский, помните, я говорил такой момент, что если вы пользуетесь каким-то индикатором, вы должны знать, что он показывает, для чего он нужен, как он считается, потому что если вы смотрите просто на какой-то набор линий, то это кот в мешке, который неизвестно, принесет вам пользу или нет, и, возможно, даже его использование только ухудшит вашу работу. То есть вы должны абсолютно точно понимать, что это за инструмент, как он работает и для каких целей он используется. Если вы не знаете, по каким формулам он рассчитывается и что он показывает, то он абсолютно бесполезен. Так, вижу уточнение от Михаила по серебру на Чикаго 17,2. Так, давайте подправим. 17,2. Ну, у меня получается 17,329. Ближайшее. Так, рубль. Ну, вот наши чуть-чуть оттянули наверх до 58-54. Сейчас пока стоит, но, тем не менее, форма вымпела осталась. Посмотрим, смогут удержать или нет. Нефть сидит по-прежнему в диапазоне. Нет смысла обсуждать. Японка пробила время после вот этой вот череды попыток роста, и все закончилось в итоге. Что тут, дивер был, нет? Был, но маленький только вот этот. Сейчас она фактически вошла в диапазон. Посмотрим, как она себя здесь поведет на выходе. Если что, можно будет попробовать ее еще раз поймать. Но учтите, что если доллар начнет слабеть, он утащит ее вниз за собой. Ну, как вот здесь было. Так что внимательнее с ней. Так, золото начало отрабатывать дивер на неделях. Небольшая коррекция. Скорее всего, это будет очень, ну, в рамках этого графика очень недолго. Вот, и после образования фрактала мы углы попереносим. Так, евро-рубль неинтересно. Доллар-швейцарец тоже неинтересно. Так, фунт. А вот фунт мы, наверное, скоро совсем поудаляем. Единственное, на что стоит обратить внимание относительно прошлой недели. Да что ж я все время по индикатору-то попадаю. У нас не было ни одного минимума, который был бы ниже вот этой вот точки. Получается, что вот он только что образовался. Так что новая расчетка по фунтику будет тоже с долгим временем формирования. То есть вот она. Вот четвертая точка для фунта только что образовалась. Так что сегодня не успеем. На этой неделе будем считать новый любимый угол. И по сути вот он. Вот точка 1. Вот точка 2, вот точка 3 и вот точка 4. Так. Так, еще вижу сообщение по рублю, 120 пунктов закрылся по стопу в безубытке. Так, ну, рубль агрессивная штука, я стараюсь на нем вообще не работать. Так, теперь давайте сохраню раздаточный материал. Мы сегодня и так с вами немножко что-то по времени затянули, у нас там несколько минут всего осталось. Но это из-за того, что дополнительные расчеты делали. Так. Так, 6.03.2017.
Есть, сохранено. Сегодня, напоминаю, еще встречаемся с теми, кто любит торговать по индексам, на небольшую планерку 15-минутную в 2 часа. И с новичками встретимся еще на базовом курсе. Так, все, файл создан. Сейчас закачаю на облако. Можно пользоваться. Так, у кого доступ к общей папке есть, можете забирать сами уже прямо сейчас. А для новичков, кто еще не привык забирать, на всякий случай ссылка. Вот, забирайте. Так. Вопрос еще вижу. Вы когда программирование читать будете? Есть пару вопросов, но не к спеху. Ну, в крайнем случае, можете на почту написать, я вам так отвечу. Программирование, кстати, для начинающих в этом месяце будет не один раз, а два раза. Для совсем новичков. Я бы вас, конечно, к новичкам не отнес, но если какие-то вопросы есть, всегда рад помочь. Так, значит, на сегодня... Все, и так немножко задержались. Всем удачно начать торги на этой неделе. Не забывайте, что эта неделя важная, будут важные данные по Соединенным Штатам Америки в конце недели. Но мы в любом с вами случае еще 4 раза как минимум встретимся на других семинарах. И сегодня, напоминаю, еще семинар по аналитике будет на индексах. Так что встретимся на других семинарах. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.